Бхагавад-гите Кришна объясняет, что каждый человек, каждое живое существо будет действовать. Неизбежно. Обязано действовать. Это неизбежно. Мы не можем остановить, прекратить деятельность даже на мгновение. Так. Едва родившись, мы приступаем к деятельности. Это признак присутствия сознания. Природа, вечная природа ее, нельзя как-то изменить, остановить. И, тем не менее, эта деятельность не всегда правильная. Не всегда как бы соответствует истине. С одной стороны, это непреложная истина деятельности, с другой стороны, она может быть не истинная, не подлинная. Бхагавад-гите это описывается как карма-йога или деятельность в сознании Кришны, совершенство деятельности. Что же такое совершенство деятельности? Сама по себе деятельность материального характера, она основана на одной гуне природы. То есть непосредственно связана с раджасом, страстью, активное состояние. Конечно, если говорить с другой точки зрения, а даже все эти гуны материальные природы, они основаны на невежестве. Это другая точка зрения философская. Сегодня мы говорим о деятельности, поэтому говорим, берем в основу раджас. Это природа деятельности любой. Чтобы совершить физическое действие какое-то, мы пользуемся энергией страсти. Должны быть какие-то активированные желания для этого. Вот эта активация, это дает эту силу страсти. Чтобы нам восстановить силы, отдохнуть, мы прибегаем к расслаблению. Это уже энергия существует, просто прибегаем к ней. При необходимости она нас обслуживает, когда меняются желания. И также есть циклы гун, вне зависимости от наших желаний. Они взаимодействуют. Порой это трудно понять, как это вот именно взаимодействуют внешние гуны и внутренние гуны. Собственно, в этом вся наука деятельности заключается. Мы расслабляемся под влиянием тамаса. Это можно ощутить, эту йогу можно чувствовать, осознавать.
когда клонит в сон, или не хочется ничего делать, или просто хочется посидеть в прострации, мы должны знать, что это влияние тамаса. И когда активируется желание, прилив энергии, буквально импульс к действию, мы чувствуем, и действовать начинаем, это страсть. Вот она. Страсть. Это внешние их признаки. И, конечно же, есть сатва-гуна, она рассматривается как цель. Промежуточная цель, не конечная цель, но это цель. Цель, цель подняться выше над этими гунами, двумя хотя бы оторваться от низших гун. Бхагаватам говорится, что вот когда низшие гуны перестают нас беспокоить, мы легко можем родиться в благости, а потом и в чистой благости. Там очень легко. Это легкий процесс создания Кришны на самом деле. Трудно, потому что есть вот две веревки. Всего две веревки, запутанность некоторая. Поэтому при помощи знаний и практики мы сможем распутаться и действовать легко в сознании Кришны, естественным образом. И страсть, она обслужит любую деятельность. Вот в этом как бы ее непринципность, что ли, тригуна. Когда человек в апатии, мы знаем, но это апатия, нужно когда-то это прекратить, приступить к деятельности. Когда человек просветленный, тоже ясно, но когда человек в стрессе, неизвестно, куда направлена его деятельность. Вот, мотив еще нужно распознать. Почему он действует? Почему он это делает? Или за что он это говорит? Или по какой причине это он говорит? Вот это в страсти самый основополагающий момент, потому что гуна страсти обслуживает любую деятельность, и демоническую, и любую. Когда мы совершаем преданное служение, мы тоже пользуемся этой активной энергией, страсти. Но у нас другие задачи. И демоны также используют эту гуну страсти точно так же. Внешне, может быть, очень похожая культура, потому что великие демоны, они следуют ведической культуре. Они также совершают обряды, жертвоприношения, они также изучают священные писания, знают и служат брахманам. Например, такие цари, как Джарасанта, Шишупала, они более или менее они строго следовали ведической культуре. Кришна воспользовался этим благочестивой стороной Джарасанхи, величайшего демона того времени. Он не мог победить ни один царь на самом деле. Он очень силен и в знаниях, и в деятельности, и в мистических силах, и также в следовании культуре безупречен был. Он знал, как избегать плохой кармы, как увеличивать благочестие. Это был очень великий человек. И Кришна воспользовался его вот этим благочестивой стороной демонической. И он пришел туда и бросил вызов ему необычным образом. Арджуна, Пхима и Кришна, они переоделись брахманами. Они знали, что Джарасандха исполнит любое желание брахмана. Это ведическая культура, он сделает так. Даже Бали Махарадж, царь демонов, тоже был таким, прежде чем получилось от Господа Вамана, он был таким именно. Он любое желание брахмана мог выполнить. Вамана-дев пришел тоже, обманул его в форме брахмана, потому что они были все последователи ведической культуры. И они появились перед ним в одежде брахманов, но Джарасандха был проницательный очень. Сразу заметил некоторые признаки, отличающие этих личностей от брахманов. Не такие уж они и брахманы, подумал. Этот огромного роста и атлетического телосложения, посмотрел на Пхиму. Этот не такой могущественно выглядит, но очень смелый, уверенный, голос у него не терпит никаких возражений тоже. Этот какой-то странный вообще, улыбается, что-то задумал. И он сразу распознал эти вещи, потому что он следовал ведической культуре. То есть следовать ведической культуре значит, что вы можете быть более проницательны, более разумны, чем все остальные. Поэтому даже когда, скажем, Адольф Гитлер стал вегетарианцем, вот это использовал по-другому, потому что она тоже дает преимущество. Преимущество. И он сказал, я думаю, что вы не брахманы. Тут следы от лука, ношения лука на плече, длинные могущественные вот эти руки у всех висят, голоса низкие, привыкшие давать приказания и так далее. Он сразу понял по этим признакам. И Кришна разулыбался и сказал, да, ты прав, мы на самом деле, я Кришна, вот это Арджуна, это Пхимасена. Мы пришли бросить тебе вызов. И тогда Джарасандха очень чувствовал себя гордым. Гордым, потому что уважают его силу. Они переоделись брахманами, смотрите, они уважают его силу.
Они не решились так открыто прийти. Это был план Кришны. И Кришна здесь в данном случае играл на его именно ведической культуре. И она сопровождается гордостью, в отличие. Поэтому, что является ведическим в конечном итоге или не ведическим, трудно распознать внешне. Но по внутренним признакам, Ишопанишет говорит, можете распознать, потому что истинное знание, оно устраняет все страдания, в итоге все счастливы. А невежество, оно увеличит страдания, но признаком будет проявление каких-то страданий, несчастья. Таким образом, в обществе преданных, когда мы руководим, мы должны знать, это важный момент для руководства, потому что мы именно как руководство, если рассматривать наш состав, мы будем очень активны в деятельности, в управлении и прочее. Мы будем соприкасаться со страстью непосредственно. И будет казаться, и кажется многим уже, не то, что будет, что мы действуем всегда правильно, в соответствии с писаниями, наставлениями, мы же не пытаемся отклоняться от знания. Но иногда будут происходить какие-то странные вещи под нашим руководством. И вот тут мы должны обратить внимание, куда мы идем от страсти, в невежество или в благость. Потому что страсть сама по себе еще не является целью. Цель – уйти от невежества. Страсть для этого создана. При помощи активной деятельности мы уходим от невежества, но куда идем? Идем к благости, где есть увеличение доверия, любви, счастья и так далее. Вот ради этого человек должен делать. Это искусство деятельности. Чтобы в итоге все были счастливы. Ведическая культура была такая могущественная, представьте, такие были могущественные правители в прошлом, что все живые существа были счастливы. Все. Так и написано. Все живые существа. Они говорили, что это люди только были счастливы. Сейчас мы даже людей не можем сделать счастливыми. Не говоря уже о животных, прекратить бойни или вообще отношения неправильно к живым существам вокруг, к деревьям тем же самым. Это давно утрачено, полностью утрачено. Такое искусство деятельности. Но в прошлом так управлялось. Даже в недалеком прошлом еще как бы цари, управляющие, имели великую ответственность за счастье живых существ, как есть. Примерно, сколько помню, с Акбаром, я не знаю точно, возможно, эта история касается Акбара. Но там не было. Да, Бирбал, верно. По-моему, это их касается. У Акбара в его покоях был колокольчик. Особый колокольчик. Он практически никогда не звонил. Но он имел место быть на тот случай, если кто-то имеет какую-то жалобу, и никто не может решить его вопрос в столице. Если, скажем, вы обращаетесь к инстанциям каким-то, и вам не могут помочь, то вот есть специальный колокольчик. Обычно тут люди думают, тут надо прийти к самому верховному управляющему, вот он-то поймет. Да? Если инстанции не могут помочь, надо идти к высшей инстанции. Вот высшая инстанция Акбар, у него был такой колокольчик. Но практически никто туда не звонил. Очень редко. Но тут он стал звонить. И долго, и упорно вот звонит колокольчик, знаете, настойчиво. Акбар очень удивился, кто-то несчастлив. А ну-ка, пойдите разберите, кто звонит колокольчик. Вышли, смотрят, бык держит эту веревку и играет, значит. О, боже мой. Тебя тут еще не хватало. Уйди отсюда. А там уходи, уходи, уходи. Скажите, ваше величество, мелкое хулиганство. Значит, какое-то время снова звонок. И так трижды бык приходил и дергал за веревку. И тогда Акбар спросил, кто же там? Да просто бык, ваше величество. Бык? Давайте его сюда. У него какие-то проблемы, похоже. И как вы можете понять проблемы, если перед вами бык? Вот вы улыбаетесь. Но многие люди ведут себя подобным образом. Они замыкаются, они стесняются, они запутываются, сбиваются с толку, не знают, что говорить, хотя у них куча проблем. Слышали, видели такое? Куча проблем. А сказать не могут толком. Наоборот, обратный процесс. Их просто блокируют это все, они боятся, а вдруг они сами виноваты, а вдруг вообще не надо об этом говорить, а вдруг это надо просто терпеть. Такое вот, бывает такое состояние. И вот этот бык в таком состоянии стоял перед Акбаром. Акбару предстояла непростая задача разобраться, в чем страдание быка. В чем проблема? И тут он увидел. Стал рассматривать его, ходить вокруг. Чей это бык? Да вот не знаем, просто бродил. В то время бродячих коров-быков не было. Ага. И он старый очень. Кто-то выгнал. Этот бык работал всю жизнь, похоже. Я вижу это по следам ерма на его шее. Не стали все исследовать. Понятно, теперь он старый, работать не может. Хозяин выгнал на улицу. Найдите хозяина. Ищите хозяина.
Нашли хозяина, твой бык. Ну да, мой. Почему не заботишься о нем? Ваше Величество, он больше не может работать. У меня нет больше средств содержать его, понимаете? Поэтому я не мог его держать при себе. И мне пришлось его выгнать на улицу. И что же? Они решили этот вопрос. Акбар из казны дал на содержание. И этот человек тоже должен содержать быка по мере возможности. Устроили бык. Это, по-моему, насколько я помню, исторический пример. Ну, что касается царей прошлого, мы знаем немало подобных примеров, какая была забота обо всех. Но в обществе, где страсть преобладать начинает, там мы обычно говорим, вот смотрите, у нас какие показатели, видите? Зачем обращать внимание на какие-то недостатки? У нас есть Кремль, у нас есть Белый дом, у нас есть, смотрите, дворцы спорта. Ну что, что там какие-то трущобы еще остались? Ну, это естественно же. В страсти всегда есть какой-то побочный продукт. То есть эта культура в страсти, она допускает такие вещи. Допускает какой-то процент страданий. Нормально. Например, если вы в армию отправляете сына, вы должны знать, что там есть процент смертности. Это допустимо. В условиях армии это допустимо. Но в условиях мира это уже недопустимо. То есть в страсти, в культуре страсти, военные действия – это страсть. Это допустимо, мы знаем, куда отправляем. Вот пойдет туда, он там может погибнуть. Нормально. Но в мирное время, чтобы человек столкнулся с унижением, с болью, с насилием, это недопустимо никак. На войне нормально. Тебя пробило пулей насквозь – хорошо. Герой, медаль. И враг был достойный тоже. Все было по законам этики войны, все хорошо. Но в мирное время работают совсем другие гуны. То есть вайшнавская культура должна вступить в силу. Не просто та культура, которая поднимает людей до страсти и оставляет их на этом уровне. А как же любовь к Богу? А как же возвышение сознания до духовного уровня? Конечно, иногда у нас сейчас такая боль, что хотя бы своих детей до страсти довести, мы уж боимся уже, ладно, не до добродетели уже, знаете. Потому что они уже в невежестве сейчас точно там все погибнут. Хотя бы уж в страсть вытолкнуть, хотя бы уж так. Это понятно, тоже боль родителей. Но что касается духовной культуры, тут мы должны двигаться дальше, стараться. Конечно же, нужно использовать методы знания. Поэтому нужен ачарья здесь. Руководитель, духовный лидер, он должен выступить в роли ачарьи, должен показать этот путь. Как возвысить вот это наше руководство, нашу деятельность активную, нашу страсть, гуну благости, чтобы она увеличивала любовь и доверие, не что-то другое. И кроме этого, Прабхупада сказал, сознание Кришны для всех типов людей. Это не какая-то клановая система, не элитная система. Не так, что мы лично отбираем кого-то для сознания Кришны и закрываем двери. Двери открыты, и все, кто хочет, приходят сюда. Каждый человек. Это духовная культура. Прабхупада был таким. Он проповедовал где-то однажды, и пришло много людей, через месяц вернулся, я рассказывал, да, почти никого не было, и он спросил, а где же все люди? Прабхупада, они оказались непреданными, они все ушли. Тогда Прабхупада сказал, как же так, я людей привлекаю, вы их выгоняете. Итак, если бы не шла Прабхупада, я бы не знаю, что было с нашим движением, если бы не его книги, наставления. Сразу же после его ухода были большие очень трудности. Почему? Потому что из гуны материальной природы и действия в страсти очень сложно распознать мотивы. Более-менее очевидно, когда человек уже бездельник, скажем, говорит грубые слова, дерется со всеми. Ну, это более-менее очевидно, что уже какие-то отклонения. И обычно вот по таким уже факторам мы начинаем понимать, что что-то там не то. Но на самом деле духовный лидер должен иметь проницательность, большую проницательность, чтобы еще до того, как проявились какие-то симптомы страдания, уже распознать мотивы, работать с мотивами. Прабхупада делал так. Он работал с причинами внутренними, мотивами, он проповедовал людям. Он пояснял, что такое майявада, что такое настоящее сознание Кришны, что такое любовь к Богу, чем она отличается от любви просто к человеку, что такое вожделение. Вот эти мотивы, что мы распознаем, что такое анартха, что такое артха, какие есть уровни духовного развития, чтобы мы не сбивались с толку, помогали друг другу, чтобы мы были честными. Он дал нам все необходимое руководство для деятельности в сознании Кришны. Это задача лидеров. Видите, насколько это важная, ответственная задача. Не так, что выслушав лекции, прочитав книги, мы избежим всех ошибок.
Нет, скорее всего, мы пройдем через все ошибки, но пройдем не так, как это обычно делается в материальном мире. А в материальном мире любая ошибка может стоить жизни. Жизни многих поколений. Как идея коммунизма или капитализма, там всегда есть какие-то хорошие вещи, всегда есть какие-то огромные разрушения. То есть серьезные последствия могут быть. То в сознании Кришны у нас не будет серьезных последствий, если мы все-таки в сознании Кришны это пытаемся делать. Ошибки все пройдут, каждый. Несмотря на то, что если я уже 30 лет в сознании Кришны, могу предупредить каждого младшего преданного, какие могут быть ошибки, и все равно он это сделает. Но он вспомнит, да, я слышал, это ошибка, он немедленно поправится. Вот в чем как бы наше преимущество. Не в том, что мы застрахованы от ошибок. Никто не застрахован от ошибок. Никто. Наше преимущество лишь одно, в том, что мы принимаем авторитет Ачарьи, Шрилы Прабхупады и духовных знаний. Только в этом. И благодаря этому мы можем исправлять ошибки. И вот эта вот решимость, вот эта вот честность, это бесстрашие исправлять ошибки очень важна для лидера. Проблема лидера заключается в большей части в том, что он не желает соглашаться с своими ошибками, признавать свои ошибки. Он отстаивает свою правоту, потому что он лидер. Ему противоестественно признавать от подчиненных какие-то, получать наставления. Так он чувствует себя. Это положение лидера может его обусловить. Поэтому здесь нужна духовная сила. Как перешагивать через это ложное эго руководителя или лидера, тонкое, уже, знаете, наделенного знаниями, опытом и полномочиями управлять. Здесь нужно также учиться и принимать ошибки. Нельзя действовать авторитарно. Это самое опасное, что может быть в нашем движении. Лидеры не должны стараться быть авторитарными. То есть сотрудничество. Прабхупада говорит только о сотрудничестве. Если Прабхупада утвердил бы Раджа Риши, авторитарное как бы руководство, он бы оставил преемника, он бы назначил. Это бы по назначению делалось бы. Но он не назначал никогда никого. И он сказал важную вещь одну. Что вы должны сотрудничать. Один преданный, когда Прабхупада уходил из этого мира уже, может быть, какие-то дни оставались, он пришел к нему, и он плакал, ученик. Он сильно плакал, говорил, очень искренне стал говорить, Прабхупада, я бы хотел оказаться на вашем месте, лишь бы вы были здоровы. Позвольте, вот я окажусь на этом месте. А вы продолжали проповедовать, вы нужны движению. И все были в шоке, это такая искренность была от ученика. Но Прабхупада к этому отнесся очень необычным образом. Он сказал, нет, вы ничего не поняли. Ваша любовь ко мне проявится в сотрудничестве между вами. Вот для чего я пришел. Он тоже расценил это как некий сентимент. Хотя это возвышенный сентимент, несомненно. Это жертвенность. Но вот Прабхупада даже не этого хотел. Как вы будете сотрудничать друг с другом? Итак, мир давно делится на праведников и неправедников. Согласны? Весь мир можно так увидеть. В какой-то момент можно заметить, что есть праведники и неправедники. Кто виноваты? Те и другие. Одни дерутся за правду, другие дерутся за неправду. Но те и другие дерутся. По факту, что они не могут жить в мире, те и другие демоничные. Поэтому Прабхупада говорит, что это демоничная культура. Несмотря на их попытки установить какие-то хорошие организации, какие-то хорошие цели поставить, и гуманизм, все это же есть у людей, эти концепции. Но основано на демонической цивилизации, потому что они добиваются при помощи вражды. При помощи сражений, войн. Представьте, задача мир, все знают. Но идут они к этой цели путем войн, бесконечных войн. И получается в итоге, что мир это лишь идея, лишь недостижимая идея. Многие историки и ученые, исследующие социологию, биологию, все эти законы социума, они даже доказали, что война это естественный ход развития. Нормальная, то есть вещь, война. Потому что недостижимо никак. Значит, это в природе вещей должно быть, они считают. Законы природы таковы, что мы не можем избежать войны. Отчасти в Бхагаватам тоже говорится об этом. Но это говорится о материальной природе. Если мы говорим о вайшнавской культуре, она другая. Мы не идем при помощи войн.
или насилия к возвышенной цели, потому что методы не возвышены. Таким методом, Прабхупада, вы не достигнете счастья. Мы тоже хотим, вы тоже хотите достичь счастья, он говорит, материалистов. И мы. Но у нас есть метод, у вас нет метода. Такими методами вы не сможете достичь счастья. Поэтому нужно внимательно посмотреть еще раз, как же Шрила Прабхупада достиг успеха в своей деятельности. У нас на глазах. В нашу эпоху. В наших же условиях. Как он это сделал? Без вражды, без насилия. Как он это смог сделать? Привлек миллионы людей, написал столько книг. Как он нас сделал активными, не принуждая к этому, не мотивируя ничем материальным? Да, любовь и преданность, совершенно верно. Таким образом, можно соприкасаться со страстью, если мы служим благости. Значит, в благости есть два способа быть. Либо мы непосредственно в благости находимся, в отречении, просто пребываем, воспеваем, больше ничего. Либо мы используем страсть в служении благости, и еще неизвестно, что лучше в Бхагавад-гите говорится. Непосредственно в благости пребывать, или брать страсть и служить благости. И Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, сражайся, пребывай в страсти, но служи благости, думай обо мне. Почему? Мы сказали, потому что действовать без гуны страсти невозможно. Без страсти мы не можем сделать ничего. Даже подняться и выбежать куда-то, выйти. Или приготовить даже обед не можем без страсти. Поэтому страсть также необходима. Итак, здесь у нас 38-я страница. Причины основания Искон Прабхупады. Будем сейчас читать. Жирным шрифтом. Когда Шрила Прабхупада утвердился в понимании движения Господа Читании, как всемирной миссии проповеди, он принял решение о создании новой организации, Международного общества сознания Кришны, выступив в качестве его ачарьи-основателя. Он сделал это на основе знания, суть которого впитал от своего собственного духовного учителя. К сожалению, после того, как гуру Махарадж Шрила Прабхупада ушел из этого мира, наследие Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами утратило свое выражение в созданной им организации. Поэтому Прабхупада основал новую организацию, которая должна была воплощать в себе это знание с непоколебимой решимостью распространять чистую любовь к Богу на благо страждущего человечества во всем мире. Это жирный шрифт, теперь будет комментарий. Новая организация. Стремление, с которым Шрила Прабхупада прибыл в Америку, было исполнением прямого указания его духовного учителя. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в двух случаях специально предписал своему ученику Абхайчарана Равиндидасу проповедовать англоговорящей аудитории. Абай получил это наставление при своей первой встрече со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром в 1922 году. И в 1936 году он снова получил его. На этот раз по почте, в последнем письме его гуру. К тому времени Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур уже видел духовное истощение собственного Гаудия Матха и сосредоточился на отправке проповедников в Англию в 1933 году. Его приказ ученику ясно показывает, что его решимость не убывала. В долгом и разнообразном ходе исполнения божественного наставления своего учителя Шрила Прабхупада тщательно прилагает свои творческие усилия к парадигме, установленной Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром в Гаудия Матхе 1920-30 года. Этот полный приключений путь, проделанный Шрилой Прабхупадой, был отмечен такими вехами, как появление в 1944 году англоязычной версии журнала «Обратно к Богу», публикация трехтомника первой песни Шримад Бхагаватам в 1962-65 годах, основание ИСККОН в Нью-Йорке в 1966 году, начало движения в Англии и Германии в 1969 году, а также восстановление в Индии в 1970 году обновленного и оживленного движения Господа Читания.
Исторический опыт показывает уникальную верность, какой Шрила Прабхупада чтил память своего духовного учителя. Так, что здесь описывается в этих абзацах? О наставлении, наставлении духовного учителя Шрила Прабхупады и о его решимости выполнять это наставление. Так, вот все эти тут годы описываются, когда и что Прабхупада делал, помня это наставление, с какой решимостью он принял это наставление. Вот, это описывается. Литературные произведения Шрилы Прабхупады тоже подтверждают эту верность. В 1927 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур начал готовиться к всемирной проповеди путем преобразования саджана ташани в гармониста. Наш Шрила Прабхупада стал готовиться к собственному выходу на мировую арену, начав выпуск журнала «Обратно к Богу». Это была подготовка журнала «Обратно к Богу». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тесно сотрудничал с Нишиканта Саньялом над авторитетным трехтомником Шри Кришна Читани на английском языке, чтобы убедить образованных европейцев в возвышенности и глубине учения Гауди Вайшнава. Эта работа считалась настолько важной, что миссионеры не начинали свои зарубежные проповеди, пока не получили первого тома. Три десятилетия спустя Шрила Прабхупада предпринял практическую такую же работу, только в одиночку, проведя 1960-65 года в сочинении, сборе средств, публикации, распространении песни первой Бхагаватам в трех томах, по 1100 экземпляров каждый. Он не уезжал из Калькутты, пока не заполнил свой чемодан экземплярами Бхагаватам. Значит, с 60 года по 65 год Прабхупада готовился к проповеди, переводя Бхагаватам, первый том сдавал Бхагаватам. Это была его подготовка к проповеди. Шрила Прабхупада приехал в Нью-Йорк в одиночку, без средств, но сразу же начал работу по приобретению респектабельной недвижимости для храма в Манхэттене. Приоритет этих его усилий также повторяет путь Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который направлял значительные, хоть и в конечном счете бесплодные усилия на открытие впечатляющего храма в Лондоне. Мы сделали какое-то вступление сегодня, но, может быть, есть какие-то вопросы по этой теме? А ты находишься в Раджасе, вот как себя вести, чтобы хотя бы не пугать людей окружающих? Если кто находится в благости? Ну вот окружающие находятся в благости, а ты, допустим, находишься в Раджасе. Вы как бы, ну, люди в разных гунах, им же сложно взаимодействовать. Окружающие вот преданные имеются в виду? Да, преданные. В благости? Да. А человек в страсти? Ну вот я, например, да. Значит, он готов служить. Это означает, что он, это выражается в готовности что-то делать. Страсть – это близкий сосед благости. Если на самом деле в страсти на самом деле, он сразу подойдет и спросит, что же мне делать? К старшим, те, кто есть знания и благости, понимание, что нужно, он сразу будет эту готовность как-то проявить. Это и есть страсть. Но и страсть, если недостаточно очищена, человек не спрашивает, он просто делает то, что думает. То, как сам считает. Тогда руководство думает, говорит, недовольно, ну не совсем то-то делаешь, сейчас это не нужно, скажем, делать. Он может обидеться, я же вот для Кришны. Но на самом деле страсть более очищенная, она это готовность к служению. Не просто к деятельности, именно к служению. Поэтому если мы в страсти, в хорошей страсти, мы обращаемся к тем, кто в благости, как правило. За советами, за наставлениями и за каким-то руководством. Мы чувствуем необходимость этого. Чтобы, как говорят, не ломать дров. Мы же беспокоимся об этом, что мы действовали хорошо и правильно. Это страсть. Эффективно. Что он достиг успеха без вражды и насилия. То есть, как бы вот, ну, пример такой. Идеального лидера для нас, как пример, потому что у нас тоже не всегда так получается,
достаточно и насилия бывает, и вражды, и зависти, и гнева. И вопрос? Ну вот вопрос в этом, это же должен быть как пример, как наследие Шрилы Прабхупады, которого лидеры должны следовать. Как это, каким образом мы можем этому следовать или хотя бы это другой вопрос. Уделять этому внимание как большое? Этому вот почему мы проходим этот семинар, потому что следовать этому непросто. Следовать можно в невежестве, в страсти, в добродетели, к примеру Шрилы Прабхупады, по-разному. Невежество — это более-менее слепое следование, неосмысленное. Догматы какие-то мы делаем из его книг, из его слов. И, конечно же, это может сопровождаться какой-то жесткостью, враждебным отношением, если человек в букву не укладывается. Но есть такие симптомы в любой организации. Догматы, если есть. В страсти мы действуем, потому что это знание, оно дает большие как бы плоды, труда можно получить. Мы ради выгоды, ради карьеры это тоже так же делаем, следуем. Внешней стороне Прабхупады, его могущество нас впечатляет, его ответы нас впечатляют, мы хотим также это делать, таким же образом. Разводить впечатление на людей, повторяя слова Прабхупады. Это страсть. Но в благости мы помещаем Шрилу Прабхупаду в сердце, как основателя ачарья. Вот то, о чем здесь как раз и говорится. Вот задача как бы этой книги, этой духовной реализации – привести к этому моменту понимание, наше понимание, что как же поместить Шрилу Прабхупаду в сердце. Потому что он сказал ученикам, что у меня нет денег, чтобы платить вам, и нет оружия, чтобы угрожать вам. Почему вы идете за мной, делаете все, что я говорю? Потому что они поместили его в сердце. Это было спонтанно, Прабхупада даже не входил туда без спроса. Этот один из первых случаев описывается Прабхупада Лиламрити. Необычность этих отношений, потому что первые ученики Прабхупады, они вообще не знали, что такое отношение гуру-ученик. Они жили на Западе. Даже когда приняли посвящение от гуру, они не видели других примеров. Не на что было опираться, чтобы понимать, что вообще делать и как общаться с духовным учителем. Это было не в Индии, не в какой-то развитой общине, скажем, или в храмовых каких-то условиях. Это было в Нью-Йорке, в обычных условиях Кали-Юги, современного города, западного. Они приняли посвящение. И они знали одну вещь, уже к этому очень хорошо, что Прабхупада хочет печатать и издавать журнал. Все, они решили сделать это. Взяли на себя, и раз гуру хочет, мы сделаем это. Купили какой-то печатный станок и стали в подвале издавать этот журнал. Они, конечно, не знали, что Прабхупада ждал этого издания, он всю жизнь к этому готовился. Даже вот в Нью-Йорке, уже на Западе, начнут создавать вот эту литературу для распространения по всему миру. Но ученики еще не знали, что это нужно по всему миру распространять, и вообще какое-то значение имеет. Они просто хотели сделать приятно своему духовному учителю. Вот такой журнал издать, и все. И вот когда эта машина заработала, Прабхупада знал, что они уже включили машину, и уже сейчас поведут первые листы. И для него это было не совсем обычное, понимаете, явление. Вот когда мы читаем, мы начинаем понимать, что для Прабхупады это имело огромное значение. Это была его, в общем-то, миссия жизни, цель и смысл. В этом было все наставление Бхагаватам Сарасвати, весь Прабхупада был в этом, в распространении. И ученики думали, сейчас мы издадим, напечатаем, уже набрали там матрицу, не было еще цифровой печати, в общем, такие были станки, знаете. Потом нужно было прокатывать каждый лист. Я видел это в старых типографиях. Сложная работа, скрупулезная. И вот уже пошли листы, и они подумали, сейчас мы их соберем, там обрежем, сошьем, склеим, и, наконец, Прабхупаде дадим первый экземпляр. Все, порадуем его. Но они не успели. Даже несколько страниц только выпало, и Прабхупада сам появился там внизу. Но на огромной скорости, как только услышал этот звук, сразу вниз спустился, просто пулей. Все удивились, как он, пожилой человек, как быстро вообще может бегать. С какого-то этажа он быстро прибежал туда, я не знаю, точно не помню. И вот этот вид Прабхупады их всех ошеломил, когда они увидели его состояние эмоциональное. И интересно, какой был результат с их стороны. Они, не сговариваясь, не переглядываясь, все поклонились ему. Это первый раз в жизни было. А он не говорил, что нужно кланяться сначала. Знаете, как общались раньше с Прабхупадой тогда?
когда встречались, как утром, скажем, или в какой-то день, кто-то подходил, хлопал по плечу, свамиджи, здравствуйте, hello, hello, свамиджи, как дела, как здоровье у вас? Ну, они приняли обычную культуру европейскую, и Прабхупада приветствовал их, сияя, складывая ладони, отчитывался, у меня все хорошо, садитесь, пожалуйста, вот просад, вот сейчас будем лекцию, киртан петь. Но в этот момент, когда Прабхупада ушел в типографию, они все поклонились, они почувствовали прилив бхакти. Это была другая сторона, нематериальная сторона Прабхупады открылась. Поэтому он спросил однажды, а как же так, у меня нет ни оружия, ни денег. Почему столько молодых людей выполняет мои просьбы? Из разных стран и так далее. Он застал врасплох всех с этим вопросом. Потому что они даже не думали об этом вообще. Они даже не думали о том, что вот Прабхупада говорит, а мы делаем, понимаете? Мы работаем, а нам даже не платят деньги. Он даже не спрашивает, как вы будете жить дальше. У вас время-то вообще есть делать такие вещи? А как ваша работа, ваша зарплата, ваша семья? Он даже об этом не спрашивает. Делай все. Вот надо сделать вот это, вот хочу это. И все бегают и делают, даже не спрашивают потом ни о чем. Поэтому вопрос врасплох застал людей. Никто не мог понять, действительно, почему все стали улыбаться. Так это мы об этом не думаем, это естественно. Это вот, это бхакти, потому что. Вот он раскрыл секрет. Конечно, кто вот видел вот этот секрет Прабхупады, непосредственно ему легче, может быть, понять этот момент, я думаю, ученикам Прабхупады. Но нам тоже не так уж и трудно, видя пример наших духовных учителей. Но я думаю, Прабхупада это особо личный, согласно этим комментариям. Поэтому, конечно, очень ценно общаться с учениками Прабхупады. Во Франции Матаджи Мандакини рассказывала нам много о Прабхупаде. Когда она стала повторять пранаву мантру Прабхупаде, это был день явления. День явления нашего Прабхупады после Джанмаштами. И мы попросили, чтобы она рассказала о Прабхупаде. То есть вся программа была ее. Она ведет себя как обычный неофит. Не больше этого. Общаясь с ней, вы ни за что не подумайте, что она обладает какими-то знаниями. Кажется, что вот ей нужна просто помощь, даже наставления какие-то. Она себя так ведет. Вот попросили, сказали, рассказать о Прабхупаде. Она стала повторять мантру Прабхупады вслух. Я такого никогда не слышал. У меня в уме вот прям стали распускаться цветы. Это была фантастика какая-то. Эзотерический это опыт особый. Она просто прана мантру повторила, так просто ее повторила. Мне так много стало ясно. Она рассказывала часа три, наверное. И все видели, что там все знания, которые Прабхупада давал, там этот опыт, все это есть. Но она никогда не выставляет его на показ. Никогда. Это драгоценности. Вы никогда их на виду не держите, говорится. Они дают вам силу, внутреннюю силу, дают вам убежденность, дают вам полномочия, но вы никогда это не показываете никому. Вы показываете Прабхупаду, показываете Кришну, вы показываете своего духовного учителя, показываете Бхагавадгиту, но вы никогда себя не показываете. Вот она вот так вот действовала. И потом уже в личной беседе я ее спрашиваю, а вот вы лично готовились ли Прабхупаде? Она, о да, я готовила, говорит, ему и не раз. И она поняла мой намек. Она сразу поняла мой намек. Она говорит, я приготовлю вам, приготовлю. Я приготовлю вам то, что я готовила ему. Когда, говорю, когда? И она приготовила, как обещала. Она пришла специально на следующий день на кухню. А я забеспокоился, она пришла не на следующий день, а через день. Один день ее не было. Она обычно приходила всегда. Я говорю, почему не было Матаджи Мандакини? Она не хочет вас беспокоить, поэтому вчера она говорит, и так каждый день приходит, она стесняется, не хочет вас беспокоить. Тут мы обеспокоились, как же так? Когда ее нету, все пусто вообще, как же без нее? И вот она пришла, я говорю, она здесь? Да, а где она? На кухне. Почему? Но она готовит.
Вот настало время обеда. Мы сели за стол, думаю, интересно, что она приготовила Шри Прабхупаде. Теперь мне нужно было отведать этот вкус, почувствовать их отношений. Я готовился к какому-то необычному, знаете, опыту. Но то, к чему я готовился, оказалось совсем немного. На самом деле все было гораздо больше. Она сидела напротив и тоже принимала прасад. И она еще при этом что-то говорила, Прабхупаде вспоминала. И я говорю, я сейчас получаю вот милость Прабхупады, говорю, вот прям вот просто за столом, говорю, просто говорю, Прабхупада здесь присутствует. Через то, что мы просто общаемся. Я говорю, вам нужно ездить повсюду. Я хочу вас пригласить в свою зону, чтобы преданные увидели вас, познакомились, пообщались, особенно Матриджи. Она согласилась. Говорит, я планирую сейчас больше проповедовать. Мы также узнали ее жизнь, это нелегкая жизнь. Если сравнить, сравнительно, по какому-то сравнению, я думаю, одна из таких тяжелых судеб. Нелегких, тяжелых судеб. Но вы никогда не увидите это на ее лице. Даже не заподозрите. Как только она видит преданных, сразу начинает сиять. И вот такое вы увидите. В Минске мы жили с Бхактивабхавом Махараджем в одном доме, и я за обедом с ним поделился этим. Вот, я говорю, общался с Матаджи Мадакини. Она говорит, ой, такая сладкая, такая сладкая. Она говорит, всегда такая была. Такая, говорит, преданная всегда была. Так, говорит, удивительно, он знает ее хорошо. Она приезжала на украинский фестиваль также уже, общалась с преданными. Она навещала всех старых преданных, у кого сложности какие-то, она очень заботится. Как мать делает это? А я уже не помню, о чем мы говорили. Да, о том, как, какими средствами достигается это. Какими средствами достигается. Вот в этом искусство деятельности. И Прабхупада это показал, продемонстрировал. Поэтому есть три способа, как следовать Прабхупаде. Вот, не осмысливая как бы вещи, просто веря в догмат. Может быть, для начала ты неплохо. А потом в страсти. Видя, что это также дает какие-то нам преимущества, если мы следуем Прабхупаде, и в благости с ним помещаем в сердце, это на самом деле. Вот. Преданные становимся Прабхупаде. И мы уже преданы Прабхупаде. Уже здесь все присутствующие знают этот вкус, чувствуют. Но также есть примеси гун природы, поэтому мы углубляем это знание, пытаемся глубже понять. Еще есть вопросы по этой теме? Есть вопросы? Кого-то, да? Мангала? Микрофон передайте. Трудно понять, как правильно себя вести, если задача у руководителя бхакти-врикши постепенно поднимать духовные стандарты, и одни слуги-лидеры групп с радостью принимают возвышение духовных стандартов, следуют и последователи ведут, а, скажем, появляется кто-то, кто не только не воспринимает, а очень обижается, и напряжение в отношениях. Ты для себя принимаешь решение больше никогда вообще о духовных стандартах не говорить, но тогда размоется вообще ведическая культура и как правильно действовать, чтобы все-таки результат был углубление отношений, доверия, любви. Повышать стандарты. Смотрите внимательно, как вы это делаете, в каком качестве повышается стандарт. Самое безопасное – это повышать свой собственный стандарт духовный. Это не вызывает конфликтов. Если мы хотим повысить чей-то духовный стандарт, мы должны быть уверены, что человек готов к этому. Прежде чем мы объявим ему о том, что стандарт можно повысить. Если он не готов, он испугается. Он почувствует, что как бы его выгоняют эти стандарты, не дают ему места здесь быть. Если сейчас такие стандарты установятся, я здесь не смогу заниматься служением. Может быть, он так себя чувствует. Вот. Поэтому это момент гибкий. Прабхупада говорит, что для новичков мы вообще ни в каких стандартах не говорим. Мы им даем вкус воспевания, прасад, философию. Постепенно они сами начинают понимать, что нужно следовать регулирующим принципам, общаясь с преданными просто, введя их образ жизни. Это не устанавливается как правило, что каждый, входящий сюда, должен соблюдать такие-такие стандарты в своей жизни. Это постепенно приводится.
И если мы хотим больше знать, больше приближаться к Кришне, естественно, мы будем хотеть делать больше постепенно, принимать больше на себя какие-то обязанности. На самом деле, сознавать Кришну, Прабхупад говорит, нетрудно, это нетрудное дело, с одной стороны. Если последовать всем правилам, даже предписаниям садхана-бхакти, это несложно, уже можно сознавать Кришну. Вот даже на таком простом уровне следования, внешнего следования. Нектарий наставлений преданности, нектарий преданности Прабхупада описывает, сколько есть видов оскорблений, ошибок при поклонении Божеству. Если им всем последовать, вы в тот же день будете сознавать Кришну. Если внимательно все это выполнить, то в тот же день вы поймете, увидите Кришну в своей жизни. Но поскольку это много слишком правил и предписаний, их не так просто все вот помнить, соблюсти, из-за нашей природы несовершенной, выделяются какие-то из них более основные, скажем. А потом еще и панча-бхакти мы знаем все. Это из 64-х 5 наиболее могущественных форм бхакти. Вот этому хотя бы минимальному моменту следуют все. Но минимальный мы усваиваем неплохо, но можно и увеличивать. Я об этом хотел сказать. Иначе Прабхупада бы не приводил бы все эти пункты в книге для преданных. Их можно от 5 сделать потом, 10. Позже можно взять 15 и так далее. Можно попытаться это увеличивать, эту способность служить правильно. Панча-бхакти, вы знаете, что это такое. Это, вспоминаете? Нет. Воспевание святого имени, изучать Шримад-Бхагаватам, саду-санга, жить в Мадхуре, в святом месте и поклонение божествам. Вот это панча-бхакти, это наиболее сильный стимул к развитию бхакти. Но вообще их больше этих правил описывается, больше. И если мы внимательно, если мы храм устанавливаем, скажем, какой-то уже, вот в Ятре мы растем, у нас храм появляется, то там уже больше применяется правил. Воспевание, изучение Бхагаватам, общение с преданными автоматически. Храм уже как святое место рассматривается, как Мадхура или Вриндаван храм. Поклонение божествам, все это уже там есть, поэтому там берутся еще правила, как вот в храме еще есть этикет поведения. Как говорить, как стоять божествам и прочее. Как одеваться даже перед божествами, как танцевать перед божествами. Это также все описывается, чтобы мы могли улучшить свое сознание Кришны, развить его глубже. И когда мы это усваиваем перед божествами, они, эти усвоенные правила, естественно, применяются по отношению к другим людям. Понимаете, да? И в этом как бы вся психология, потому что если вы пойдете к психологу, он вам скажет, как сидеть, чтобы доверие к человеку, скажем, расположить. Например, не должны отвлекаться, когда с вами кто-то разговаривает. Вот то же самое написано и по отношению к божествам. Что присутствие божеств слишком громко в храме не говорите, скажем, не ругайтесь, всегда чувствуйте их присутствие. И вот эта психология уже существует в отношениях с Богом. Если мы последуем этим вещам, мы автоматически следуем всем правилам психологии, культуры. Это включает в себя уже. Нам не нужно отдельно даже становиться психологами. Если вы соблюдете все эти отношения с Богом, эти стандарты освоим постепенно, это включается туда, многие науки. Все практически включается туда. Поэтому стандарты нужно повышать, но нужно знать, как это делать. Это более-менее индивидуальный вопрос, потому что кто-то готов, кто-то не готов к этим стандартам. Сейчас 12 часов, уже прошло быстрое время. Сделаем перерыв на Гаятри. Сколько минут? 15 минут. Шрила Прабхупада Ки Джай.